Харьков, 3 марта 2022 года. Только что здесь упал российский снаряд, буквально несколько минут назад. Вот прямо на улице. Улица Сумская, крупнейшая улица Харькова. Прямо сюда, центральная, да, ударил российский снаряд. И вот что происходит. И вот к чему это привело. А вот так, попадания прямые снаряда по машине такси. Вот прямо здесь, смотрите, как ее изрешетило. Вот русский мир. Только что это произошло здесь. Да, к сожалению, водитель такси и пассажир погибли в результате обстрела российской артиллерии. Машина такси. Мы видим. Да. Конечно, просто изрешетили. Просто изрешетили. Подчеркиваю, центральная улица города. Центральная. Вот, вот они ударили прямо сюда. Ну, что ж. Можно только... Просто жалею, что вот так вот люди... Люди погибли вот, под обстрелом России. Российская артиллерия просто убивает харьковчан. Это террор. Россия хочет выиграть войну террором. Она хочет убивать, уничтожать всех подряд. Мирное население, обычных граждан. Но мы будем бороться, и Харьков не будет сдаваться. Мы победим путинский террор. Слава Украине!